на канале Dazing Tart, и это обзор магазина на 28 июня. Поехали! И сегодня у нас вспышка. Вау! Ху-ху-ху-ху-ху! Так, я, как обычно, по нашей программе покажу довольно быстро все. Сделаем звуки более адекватными и поехали. Бля, какая клевая вспышка, капец. Так, двойная порция, нектар. Нектар — это классный скин. Спектральная коса, волна. Волна четкий. Сорвиголова — так себе, подсолнух — так себе, сияние, слава — это топово. Стрелок Брута, говорят, брать, но я не хочу. На шарнирах — так себе, цуефа. По сути, можно поиграться с этим очень долго. Но давайте более детально. Сегодня у нас офигительный скин лавовой серии «Вспышка». Незаметно ее точно не назовешь. Входит в набор «Дикое пламя». Первого появления сегодня. Огненный шар. Внимание, при неумелом обращении можно получить ожог. Входит в тот же набор. Давайте посмотрим на нее более детально. Офигительный образ. Все в нем горит. Все просто круто выглядит. Классные ноги, классные руки. Ну, единственное, что... Единственное, что мне не нравится, что нет второго подобраза. Но это не значит, что плохой скин. Это просто мои неувязки, что нет второго подобраза. Ребят, это классный скин. Советую его брать. Просто офигенный. Бля, 1500 фейбаксов. Ё-моё. А, надеюсь, он будет еще долго у нас в магазине. Давайте идти дальше. Нектар. О, нектарный крушитель мне не нравится. Я вот часто его видел. У него анимация клевая, со спины прикольно выглядит. Но для любителей. А, про кирку — двойная порция. Вот она четкая. Звук характерный для такой вот формы, еще и показывает бульки воды и так далее. Это классно. У спектральной косы странный звук. Но он прикольный. Насчет этого волны я не уверен. Вообще, если бы здесь было более прозрачно и так типа ходило, я бы больше любил волну. Но из-за того, что она всрато выглядит, не. Чел Фантом. Он офигенно выглядит. Так еще и под образ без шапки есть. Ну, это просто... Это круто. Фантома сделали намного лучше, чем обертку под Фантома. Это, вот, кстати, вот такое вот различие. Но он выглядит шикарно. Реально, Фантом выглядит очень красиво и советую. Охотник за головами, которому не страшна смерть. Входит в набор «Мрачное видение». Нормально. Классная кирка, крутая. Можно брать. Сорви голова для любителей. Но то, что у него есть еще два подобраза, это плюсик. У него есть шансы быть в каком-то наборе. Ну, для любителя. Подсолнух. Ну, для любителя... Такая вот эмоция у меня выигрывала в битве сетов. Она клевая. Стрелок Брута, ну, для любителя. Арты я видел про нее. Она там прям устрашающая, мрачная, все черное, и она кого-то убивает. Вот такой вот Стрелок Брута. На шарнирах топовая. И Суефа. Из всего этого я бы взял, наверное, только Фантомы и Вспышка. Они очень клевые. Вспышку, наверное, вот точно бы взял. Не такая, не было бы такая ситуация. Так, ладно. Как обычно по моей программе, дальше идут арты. Мы посмотрим арты, которые находятся в новой папочке. Так, Fortnite. Вот, нашел. Так, что сегодня за арты мы посмотрим с вами? Давайте вспомним, где мы остановились с вами. Мы остановились с вами чуть дальше этой рыбы, как я помню. Чуть дальше... Не-не-не, еще чуть дальше. Так, о, мы остановились где-то здесь. Да-да-да. Здесь мы и остановились.
Один день как-то скачивал арты по полной программе, уже можно делать спокойно контент на этом. Офигительный арт. Но это три скина клевых. Вот это любит Саша. Прям жесть как любит. Ну и вот эти два, я не знаю, ни разу не видел их в игре. И, наверное, пока что не увижу. Fortnite мемы. Ну, блин, вот этот... Это очень клевый арт. Очень клевый и очень... Ну, мне вот такие арты очень греют. Что здесь есть какой-то сюжет, что здесь довольно интересно все нарисовано в таком мультяшном стиле, что кажется, что сейчас будет мультик. Но, как мы знаем, типа, таких мультиков вроде как нет. Арт еще клевенький про этого чела нового, как когда-то был. Тоже клевый, шикарно выглядит. Красивый арт про то, как они словили карася. Лайк, кто так рисует, очень красивый, тоже приятно. Знаете, я буду, наверное, очень часто это говорить, потому что я как бы все эти арты скидывал, потому что мне они нравились. Плохие арты я не качал. Красивый косплей. А вот парни нет. Девушка One Love. Тоже красивый арт. Блин, надоело повторять одно и то же. Просто годно. Шикарный. Блин, все на этом, все по сути. О, останавливаемся на косплее, и я радуюсь жизнью. Смотрите, как круто выглядит косплей. Все продумано, отфотошопили красиво. Ну и еще прям, ну, автоматик с оберточкой. Шикарно. На этом все, ребят. Это был весь обзор магазина на 28 июня.